всегда. Сегодня я хочу поделиться информацией о керамической плитке Керамо-Маразе из серии непольтанской серии, коллекция Майори. Вот, и аналогичная серия есть Ричмонд. Вот, чем мне нравится данная коллекция? Она плитка обрезная, керамическая. Вот, по формату она практически в идеале, то есть сложить одно удовольствие. Вот, и чем она крутая? Вот, она фактически, так как обрезная, то есть по формату она имеет характеристики керамогранитной плитки, ректифицированной, поэтому при укладке никаких проблем не возникает, минимальный шов. Вот, но она лишена недостатков керамогранита, так как ректифицированный керамогранит имеет фаску либо очень острую, либо очень усеченную. Соответственно, при фуговке выступает основание керамогранита, вот, либо получаются очень острые края. Соответственно, то есть не очень комфортно убирать, то есть уголочки острые. В данной плитке каждый край, мало того, что он обрезной, то есть очень ровный, и краешки самой плитки закруглены немножко. Поэтому при уложенной плитке фуга идет заподлицо самой керамикой. Вот, и получается очень приятно на ощупь, то есть очень хорошо убирать, то есть все уголочки, то есть они мало того, что сходятся и ровные, и фуга идет заподлицо с самой глазурью, вот, но края не острые. Поэтому очень практично, очень красиво смотрится, никакие углы не торчат. Вот, то есть поэтому очень рекомендую данную плитку, коллекцию из непольтанской серии, там много есть плиток, буду потихоньку по мере укладки каждой из коллекций, буду рекомендовать и рассказывать о ней. Чем эта плитка отличается от других? Вот, она, у нее формат 90 на 30, вот, там чуть немного меньше, то есть там в миллиметрах, если мерить. Вот, идет именно в коллекции Майори. Большая плитка, ром чисто белая, данная плитка рельефная, чтобы разбавить белый фон. Идут вот такие фрезы в виде ромиков. На данных фрезах на белом фоне, то есть видим, на белом фоне нанесено такого жемчужного оттенка, металлическая глазурь. Вот, то есть, и при каком-то преломлении света остается визуальный образ, как будто эти фигуры объемные. Вот, очень красиво. Вот, рисунок хорошо прорисован, то есть под мрамор, несмотря на то, что это керамика, то есть очень качественный рисунок. Вот, поэтому очень рекомендую данную плитку. Данную плитку можно приобрести в магазине Paradis на Московской 202. Я оставлю ссылку на данный магазин под видео. Вот, и очень рекомендую данную плитку. И если вы сотрудничаете с нами, то есть заключаете договор на облицовку плиткой в нашей компании, магазин предоставляет хорошую скидку для вас на керамическую, на любую коллекцию плитки. Спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, ставим лайк и не забываем подписываться на канал. До свидания.